Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с очаровательной маленькой орхидеей из трибы Вандовых – Gastrochilus suavis. Эта крошка была приобретена мной на последней международной пасхальной выставке в Дрездене. Она уже была с цветоносом, так что в этом цветении моей заслуги нет. Потому в данном видео мы просто обсудим ее габитус, разберем рекомендуемые условия содержания и полюбуемся милыми цветами этой орхидеи. Gastrochilus suavis обнаружили в 80-х годах 20 века на территории Таиланда, и изначально это растение считалось варитетом Gastrochilus obliquus, однако в 1996 году Сейден Фаден выделил его в отдельный вид. Англоязычное название этого растения – the soft Gastrochilus или Gastrochilus мягкий. В природе растение встречается очень редко, относится к числу охраняемых видов, внесено во второе приложение конвенции CITES. Итак, таксономически это растение относится к трибе Вандовых, подтрибе Эридиновых, альянсу Trichoglottis, роду Gastrochilus. Давайте опишем его внешний вид. Перед нами моноподиальный эпифит миниатюрных размеров. Корневая система у растения развита хорошо. Корней довольно много, они плотные, толстые, длинные, покрыты хорошо выраженным слоем веломена. Стебель в высоту достигает 15-20 см, листья двурядные, удлиненно-овальной формы, светло-зеленые, плотные, блестящие, жесткие, в длину достигают около 7-8 см, в ширину до 3-3,5 см. Цветонос появляется из пазухи листа, наклонный, простой, достигает 8-12 см в длину, несет от 4 до 8 цветков. Цветы в диаметре достигают 2-2,5 см, ароматные. Сепалии и петалии идентичны по форме, окрашены в желтовато-коричневый цвет с легким темным крапом. Колонка короткая, ее основание сращено с губой, губа широкая, бахромчатая по краям, белая, с ярко-желтым пятном в центре. Полиниев 2. Сезон цветения в природе обычно приходится на осенние месяцы. В домашней культуре растение может зацветать в любое время года в зависимости от предоставляемых ему условий. Цветет оно один раз в год. В культуре растение относится к температурной группе от теплой до умеренной. Рекомендуемый диапазон температур от 17-18 градусов ночью до 25-26 градусов днем. Желателен суточный перепад температур в 5-7 градусов. Влажность растения нужна довольно высокая, от 60 до 80%. Gastrochilus suavis неплохо растет в орхидариуме при условии достаточной вентиляции. Предпочтительнее всего посадка на блок с небольшой подложкой из мха сфагнума. Также возможно выращивание растения в горшке или корзинке с корой средней фракции в качестве субстрата. Полив в период активной вегетации и цветения растения нужен частый и обильный. Удобрение вносится в фазу активного роста, во время цветения и после него растения не подкармливают. Период покоя у Gastrochilus suavis есть, и приходится он на время сразу же после цветения. Продолжается 3-4 недели, в течение которых полив орхидеи несколько сокращается и удобрение не вносится. Вот и все, что вкратце можно рассказать о Gastrochilus suavis. Растение очень приятное, миниатюрное и интересное. Будем надеяться на его благополучный дальнейший рост и последующие цветения. Спасибо за внимание и до новых встреч!